Осторожно, грибы. У Гомельской области уже зарегистрировано 10 случаев отравления коварным ласунком. Грибный сезон у разгары, и медики перестерегают. Займаться тихим поляванием лепш с опытными грибниками. Або старанно выучать классификацию ядомых и неядомых грибов самостоятельно. У леса легко можно стать ахвярой подману. Наибольш частый выпадок отручения – помылковый сбор грибов, коли невопытные грибники за добрый примают паханку. Чаще всего путаются съедобных – это сыроежки. Прежде всего, зеленая сыроежка. Она очень похожа на паханку бледную. И зачастую грибники, срывая ее без ножки, только шляпку срезают и могут перепутать ее с бледной поганкой. И тогда уже отравление может носить смертельный характер, потому что содержащийся в этом грибе токсин не разрушается никаким способом термической обработки. В этом году у нас не зарегистрировано ни одного случая смертельного по отравлению грибами. В прошлом году у нас было 3 случая, и отравления были, естественно, это случайный сбор бледной поганки под видом сыроежки. У нас еще есть 3 случая отравления мухоморами. Когда своеобразный образ жизни ведут некоторые люди и хотят острых ощущений по типу наркотических каких-то эффектов. Специалисты попереджают, коли есть сумнение у ядомости гриба, лепше его покинуть у лесе. Каб поход по грибы был у радость и с корыстью для организма, сбирать их треба у чистой зоне. Гэта лесная рослина з'являється могутным аккумулятором и легко убирая у себе радионуклиды. Мы живем в зоне радиоактивного загрязнения, Гомельская область. У нас есть районы, которые больше 5 кюри, там, например, по загрязнению. Поэтому я призываю всех, кто собирает грибы, все-таки проверять их на содержание радионуклидов. И проверка эта проводится бесплатно для населения в любом центре гигиены и эпидемиологии. Больше всего из грибов являются аккумуляторы польские грибы, маховики, белый гриб, лисичка. Из чистых грибов это опенок. По подликах специалистов, наибольш частые выпадки отручения возникают, коли у кошики невопытных грибников попадают бледная паганка, строчки, сморшки и навод мухоморы. Але отрутиться можно и ядомым грибом. Лесный ласунок лечится тяжко засваяльной ежей, а тому, коли есть проблемы со здоровьем, медики уживать грибы не рекомендуют.